Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блог Дальневосточника. На Дальнем Востоке мы живем по своему особому времени и часто не мониторим ситуацию в стране и за рубежом. Так, как мы, наверное, уже знаете, в Казахстане, в соседней стране с нами, происходят протесты. Они начались 2 января из-за двукратного повышения цен на топливо. После 3 дней демонстрации президент страны Касым Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧС в 3 регионах. Однако протесты продолжились. С утра 5 января участники демонстрации вступают в столкновение с полицейскими и пытаются захватить здания администрации в крупных городах. Сейчас в Владивостоке и Хабаровске 11 вечера, 5 января, а в Москве 4 дня, 16:00, и мы смотрим новые новости о ситуации в Казахстане. Так прямо сейчас выступает в эфире президент Казахстана Токаев. Он заявил, что в ходе противостояния есть жертвы среди силовиков. Он пообещал выйти в ближайшее время с новым пакетом предложений. И он заявил, что вступает в должность председателя Совета Безопасности. Сейчас это место занимает Назарбаев. Также президент Токаев подчеркнул, что будет оставаться в столице страны. А ранее появлялись слухи, что президент с семьей уже покинул Казахстан. И о ситуации в Казахстане высказывалось уже в Китае. Например, МИД Китая сообщил, что мы верим, что Казахстан сможет урегулировать возникшие проблемы. Китай поддерживает усилия казахской стороны по восстановлению общественного порядка. А в Москве тем временем усиливают меры безопасности у посольства Казахстана. Но при этом обстановка у посольства спокойная. Кстати, председатель Совета Безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев молчит второй день. При этом он считается самым влиятельным лидером в стране. Также телеканалы в стране Казахстан начали прекращать вещание. Так, на данный момент сообщается об остановке работы КТК, НТК и Первого канала Евразия. Также митингующие напали на здание телеканала «Мир-24», требуя предоставить им выход в прямой эфир. Позже журналистов отпустили. Как говорится в заявлении компании, протестующие уничтожили телевизионное оборудование. Так, значит, в Алматы начали возводить баррикады. Об этом передает корреспондент «Медиазоны», которая, кстати, иностранный агент, я обязан это сказать. По словам корреспондента «Медиазоны», многие из протестующих пьяны. Они ведут себя агрессивно и не дают работать журналистам. Протестуют не только улицы, но и предприятия. Рабочие устроили забастовку на металлургическом комбинате компании «Казахмыс». Также протестующие напали на полицейского и сорвали с него погоны. А президент Казахстана обсудит вопрос об окончании полномочий парламента и возможности проведения досрочных общенациональных выборов. Тем временем появилась новость, что провайдер «Казахтелеком» отключил интернет по всей стране. Также телеграм-канал «Атео» сообщает, что в Алматы отключили проводной интернет и телефонную связь. А агентство «Казтаг», могу неправильно прочесть, в свою очередь сообщает, что интернет блокируется и в Нур-Султане. А Кремль, то есть МИД России, наша страна, Дмитрий Песков, это пресс-секретарь нашего президента, сообщил, что мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решать свои внутренние проблемы. Далее можно сказать, что в Алматы протестующие захватили городской центр, здание городской администрации и резиденцию президента. И оба здания были подожжены. В Нур-Султане, столице страны, было объявлено чрезвычайное положение. Это 2 часа назад появились новости. Также известно, что некоторые силовики переходят на сторону демонстрантов. Участники демонстрации в Алматы ведут себя агрессивно. Они избивают силовиков, поджигают машины, бьют витрины магазинов. В других городах протесты гораздо более мирные. И вот буквально сейчас появилась новость, что появилось обращение президента Казахстана. Я его зачитаю, потому что это буквально 3 минуты назад. Я вот сейчас записываю видео, ролик для вас, и прямо сейчас появилось это самое обращение. Итак, что говорит президент? Итак, обращение президента Казахстана Токаева.
Как президент, я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это он о протестующих. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому, как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета Безопасности, намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ. Конец речи президента Токаева. Ну что, друзья, вот такие вот новости на 11 вечера по Дальнему Востоку, Владивосток, Хабаровск, и на 16 часов по Москве, 5 января. Буду следить за развитием событий, и вы следите за ними, если вам это интересно. Спасибо за внимание. С вами был блог Дальневосточника. До скорых встреч. Пока.